Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вас сегодня видеть. Я хочу, чтобы вы еще раз друг друга поприветствовали горячими аплодисментами, потому что это самые-самые лучшие в мире зрители. Зрители Новосибирского музыкального театра. Эти аплодисменты в вашу честь. Сегодня мы подводим итоги 63-го сезона. Ну и вот здесь можно еще поаплодировать, потому что я сейчас зачитаю то, чем мы можем гордиться, и то, что произошло в этот сезон, такое приятное, замечательное. Ну вот, допустим, театр получил 3 награды фестиваля «Музыкальное сердце театра» за спектакль «Фома». Достойно аплодисментов? Еще как. 2 премии «Парадис», Новосибирской театральной премии, тоже за спектакль «Фома». Принял участие наш театр в фестивале «Видеть музыку», тоже со спектаклем «Фома». А вот сейчас просто отдельные горячие аплодисменты, потому что эти аплодисменты каждому из вас, благодаря вашим голосованиям, вашим голосам, вашей поддержке невероятной, спектакль «Кошка, которая гуляла сама по себе», победила и получила премию «Звезда театрала». Спасибо вам большое! И еще за 63-й театральный сезон было продано 86 700 билетов! Ого-го! В этом году награждение лучших артистов по традиции проводится в 10-й раз. Так что сегодняшняя церемония юбилейная, дорогие друзья, с чем я вас и поздравляю. За эти годы 4-жды награждались здесь Анна Ставская и Елизавета Дорофеева. Ну а кто стал победителем зрительского голосования на звание «Лучший артист 63-го театрального сезона», мы узнаем буквально через несколько мгновений. Я приглашаю для награждения директора художественного руководителя театра, продюсера, заслуженного артиста России Леонида Михайловича Кипниса. Поддержите вашими аплодисментами. Друзья, добрый вечер, дорогие наши зрители, добрый вечер все те любящие Новосибирский музыкальный театр, кто сегодня в этот чудесный вечер пришел к нам сюда, на парадное крыльцо, с тем, чтобы порадоваться за своих любимых артистов. А любимых артистов будет сегодня много. Они все прекрасны, они все талантливы, они все голосисты. И я думаю, что они все рассчитывают на ваши горячие аплодисменты. Итак, мы начинаем. Немного волнуюсь, но это же приятное волнение. Первая номинация. Лучшая артистка сезона. А вот теперь горячие аплодисменты. Алина Шальхеева! Кстати, в этом сезоне Алина сыграла 77 спектаклей. Ну, мне очень приятно поздравлять Алину. Это уже становится традицией, потому что уже не первый раз я Алину Шайхееву поздравляю с такой номинацией. И мне вдвойне приятно, что с каждым годом она лишь ее подтверждает. Итак, Алина, мы поздравляем. Вот мы вручаем такой диплом. И такой замечательный букет. Но это еще не все. Здесь еще и подарки сказать можно, безусловно, и сказать не мне, сказать нашим зрителям. И я очень рассчитываю, что ты сможешь не только сказать им, но и спеть. Дорогие зрители, всем здравствуйте. Я не умею красиво говорить слова благодарности, но я скажу строчкой из своей самой любимой песни, из спектакля «Граф Монте-Кристо». Не проси никогда у судьбы молчаливой ни богатств, ни наград, а проси миг любви бесконечно счастливой. И я счастлива, что вы дарите мне свою любовь, что вам нравится мое творчество. Я бесконечно счастлива и говорю вам спасибо, что вы со мной, что вы меня любите. Благодарю всех. И вот он, этот прекрасный миг любви для Алины Шайхеевой. Цветы и горячие овации. Следующая номинация. Ну, как вы понимаете, если есть лучшая артистка сезона, значит, есть и лучший артист. Здесь мнения разделились. У нас 2 победителя в этой номинации. Ну, начнем, наверное, с того человека, который
в 63-м сезоне сыграл, внимание, удивительная цифра и очень достойная, 132 спектакля. Его имя Роман Ромашов. Ваши аплодисменты. Мы с Романом мы тоже довольно часто встречаемся на наших традиционных вот таких мероприятиях, где мы поздравляем лучших наших артистов. Роман неоднократно занимал эту почетную номинацию. И сейчас, наверное, тоже уже по традиции, мы поздравляем Романа Ромашова и дарим ему свои аплодисменты. Диплом и также подарки, сувениры театра, сертификат в чайный магазин «Бавлинь», а также подарок от наших спонсоров машиностроительного завода «Сиблитмаш». И все это Роману Ромашову. Рома, подожди, подожди, еще цветы. Аплодисменты не смолкают. Самому лучшему артисту сезона. Роман Ромашов. Еще один артист с небольшим отрывом, но тоже красивая цифра. 120 спектаклей в этом сезоне для вас сыграл на нашей сцене Кирилл Бедарев. Представляете, наши дорогие зрители, 100, 120, 150 спектаклей. Практически жизнь проходит на сцене нашего театра. И мне кажется, что у наших артистов счастливая жизнь. Я поздравляю тебя, Кирилл. Диплом, подарки и цветы от дорогих зрителей. А ведь когда-то Кирилл принимал участие в концерте «Молодые голоса», только-только делал первые шаги. А сегодня он уже по-настоящему такой маститый, наверное, да, можно сказать. Но молодой. Но молодой. Но, как говорится, молодежь не в том смысле наступает на пятки, просто они очень-очень уверенными шагами идут вперед и уже исполняют ведущие роли. И не зря, потому что ваше голосование как раз... Ваши самые яркие эмоции, лайки, как говорят нынче, были отданы вот этим замечательным молодым людям, молодым артистам нашего театра. Сейчас я назову их имена, а вы их поприветствуйте, пожалуйста, горячими овациями. Сергей Платонов! В этом сезоне замечательно исполнил роль Бенедетто в мюзикле «Граф Монте-Кристо», «Я и Эдмон Дантес». И того самого трубадура в бременских музыкантах, Сергей Платонов. Представляете, какой у Сергея намечается обширный диапазон по ролям. То бандит Бенедетто, то трубадур из бременских музыкантов. Может быть, что-то среднее уже пора? Тасила, например. Я говорю, Тасила, например. За такую оцененную работу, за искренние эмоции, которые вы даете, дорогие зрители, нам после спектакля. Хочется поблагодарить и пожелать здоровья. И обязательно приходите почаще, радуйте нас своим присутствием. Мы вас всегда ждем. Спасибо. Вообще, Сергей на последнем нашем спектакле устроил, наверное, праздник и для себя, и для наших артистов, и для наших зрителей. Потому что именно во время спектакля он сходил за кулисы, вызвал на сцену девушку и вручил ей обручальное кольцо. Да не просто девушку из зала, а невесту. Что? Будущую невесту. Будущую невесту. Такого еще у нас, конечно, не было. Вот такие чудеса случаются. Еще один артист, который сегодня получает такое почетное звание открытия сезона 63-го театрального Новосибирского музыкального театра. Его имя Артем Сараев. Ваши аплодисменты. Тоже очень яркий артист. Ну, а
Артем действительно яркий артист. Вы видите, что в отличие от меня он такой яркий, жгучий брюнет. И я думаю, что с этим многое будет связано, по крайней мере, среди женских наших зрителей, среди женщин. Потому что мне кажется, что у Артема может быть судьба такого счастливого героя-любовника. Я ему от души желаю на это поприще иметь успех. Поздравляю! Артем, буквально два слова. Огромное спасибо. Будем стараться радовать вас дальше. Приходите к нам почаще. Артем Сараев, мы с ним не прощаемся. Забегая вперед, скажу вам еще, когда он вернется, обязательно подарит вам красивую песню. Но это будет немного позже. Пока мы продолжаем торжественную церемонию награждения. И сейчас я хочу сказать о том, что в нашем театре существует самый замечательный, да не побоюсь этого слова, лучший в мире фан-клуб. И вот сейчас мы приглашаем на эту сцену Анастасию Васильеву под ваши горячие аплодисменты, представителя фан-клуба Новосибирского музыкального театра. Я думаю, что несколько слов она сейчас сама скажет. Пожалуйста, да, можно всегда. Конечно. Каждый год в конце сезона у нас наступает особо волнительный момент, когда мы вспоминаем все самые яркие роли наших любимых артистов. Театр, в принципе, дарит огромное количество эмоций. Мы очень любим и театр, и каждого артиста. И в конце сезона мы обязательно вспоминаем всех, каждую роль, и отмечаем тех, которые запомнились вот больше всего. И в этом году хочется отметить за самые яркие, самые неординарные перевоплощения, за очень неожиданные, разные абсолютно роли. Прежде всего, прекрасную Анастасию Качалову, которая нас очень впечатлила, поразила. И очень надеемся на дальнейшую, видеть ее в дальнейших ролях, в новых интересных амплуа. Итак, номинация, которая называется «Героиня перевоплощений». Анастасия Качалова. Я, честно говоря, не ожидала. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Спасибо. Анастасия Качалова. А следующая номинация. Можно представить уже или сами скажете? Да, я думаю, я сама скажу. Давайте. В следующей номинации хотелось бы отметить Александра Крюкова. Номинация называется «Неисправимый романтик» за все те прекрасные образы, которые он создал на сцене нашего театра. Александр Крюков. И не один, а тоже с юным артистом, которого наверняка многие из вас уже видели на сцене, в спектакле «Монте-Кристо». Большое-большое спасибо. Спасибо огромное. Александр Крюков. Александр и Михаил. Вот такая дружная семейная компания. Следующая номинация. Пожалуйста. И еще одного артиста, которого нам хотелось бы отметить, это Евгений Дудник. И номинация называется «Гений коварства». В том числе это обусловлено теми ролями, которые он сыграл в этом сезоне. Это и Вильфор, и Вилшем. Абсолютно потрясающие персонажи, абсолютно потрясающие образы. И нам хотелось бы отметить нашего гения коварства за них. Гений коварства Евгений Дудник. Дело в том, что номинация, наверное, не случайно звучит «Гений коварства», потому что сегодня в театре Евгения Дудника нет. Но он где-то рядом, очевидно. И еще замечательная номинация. Вот молодой человек уже выходил сюда на эту сцену. Хотелось бы это начинание поощрить. А как знать, может быть, как раз это будущий знаменитый артист. Знаменитый не только на Новосибирск, а может быть и на всю страну, а может и на весь мир. Итак, пожалуйста. Отдельно наши сердца поразили юные актеры Михаил Жбанов и Михаил Крюков. Это маленькие артисты с большим будущим. Громче, громче, громче аплодисменты. Готовится спектакль. Хорошо. Мы им вручим. Ну что же, большое спасибо.
Анастасия, Галина, вам овации за то, что поддерживаете нас, артистов. Ну и уже сколько лет существует фан-клуб? Много лет. Я, честно говоря, не знаю точной цифры, но явно не один год, даже не 5 лет. Ну, мне очень хочется, чтобы жизнь фан-клуба была долгой, счастливой. И чтобы они, все, кто состоит в этом клубе, радовали наших артистов и весь наш театр. Спасибо! Спасибо уже к неофициальной части нашего такого импровизированного концерта, нашей церемонии. И сейчас будем дарить музыкальные подарки. Первый подарок от солиста Новосибирского музыкального театра Василия Халецкого. Замечательная романтическая песня Игоря Николаева, которую когда-то исполняла Алла Борисовна Пугачева. Она называется «Расскажите птицы». Василий Халецкий. Нити. По куплету всему свету
Раздайте песню эту и защекрены серебряные нити. Нужно его поддерживать. Это амплуа, этот стиль романтичного героя. А вот, собственно говоря, и он, Сергей Платонов. Для вас прозвучит замечательная песня на итальянском языке или на русском она будет? На итальянском языке оригинально. Эрнесто Ди Куртис «Мне не забыть тебя» поет Сергей Платонов. Ваши аплодисменты. Такая замечательная услуга, которую можно посмотреть, не выходя из дома, по своему компьютеру. Называется онлайн-концерты. Поднимите руки, пожалуйста, кто смотрит наши онлайн-концерты. Есть такие? Вот, замечательно. И вот я помню, как все отметили этого артиста, когда он в прямом эфире на нашем радио Муском в онлайн-концерте исполнил песню из репертуара группы «Мьюз». Я сказал: о, какой интересный, какой молодой человек с хорошим голосом, прекрасными манерами, замечательным произношением. Его имя Артем Сараев. Ну, сегодня он уже выходил на эту сцену, получил свою награду. Тоже открытие сезона. А вот сейчас подарит вам не менее романтичную, не менее красивую песню из репертуара американского исполнителя Тони Беннета. Она называется «Because of из-за тебя». Я не знаю, что может произойти, но только, наверное, признание в любви этому молодому человеку. Артем Сараев, ваши горячие аплодисменты. Встречайте, пожалуйста. Because of you, my romance has
because of you the sun will shine, the moon and stars will sail on mine forever and never. Всем тем, кто не успел посмотреть спектакль «Великий Гэтсби», у вас будет такая уникальная возможность в течение всего следующего сезона. И еще будет один показ дополнительный в сентябре во время проведения фестиваля, который называется «Другие берега». Запомните даты: с 14 по 21 сентября в нашем городе, в том числе и в нашем театре, на нашей площадке, будет проходить фестиваль музыкальных театров России и не только ближнего зарубежья, который называется «Другие берега». Очень скоро появится афиша, так что вы сможете уже запланировать тот день, когда вы придете в наш театр и посмотрите этот спектакль и многие другие. Следующий спектакль, который подарил нам 63-й сезон, многим тоже пришелся по сердцу, полюбился, он называется «Я Эдмон Дантес, Монте-Кристо». И вот сейчас прозвучит один номер из этого спектакля, не совсем обычный. Потому что в спектакле, исполняет этот номер один герой. В данной ситуации их будет два. Итак, внимание, дамы и господа, на сцене два самых настоящих реальных кукловода. Кирилл Бедарев и Роман Ромашов! На свете живут кукловоды и куклы, дрожат под рукою кудрявые муки. Кукловодов рождается мало, а кукол со временем множество стало. Они то дерутся, то в карты играют, они то влюбляются, то изменяют, воруют, лгут, предают, убивают, что есть кукловоды над ними, они и не знают. Судьбу свою пытаются разведать наперед, и жизнь свою стараются испарить от забот. Однажды нарываются на страшный
Восхищаются глупые умы, не зная, что глазки с годами потухли, что очень смешонный на вид искалечил убогие неровки картонных сердечек. Не только потертые губы зитые, и кутики тоже пришли молодые. Лишь стоит не дернуть за ниточки души, и весь этот карточный домик навечно разрушен. Нашу сегодняшнюю официальную и в том числе неофициальную концертную программу. Дуэт из фильма «Холодное сердце», который весьма часто звучит в наших онлайн-концертах. Дарья Бочарова будет для вас исполнять и Алина Шайхеева. Кстати, финалисты, победители конкурса имени Владимира Курочкина, который проходил недавно в городе Екатеринбург. Встречайте их горячими аплодисментами. Вот они, девчонки. Ну что, я микрофон отдам. Дарите свое искусство. А всех вас, дорогие друзья, те, кто не попадет сегодня на спектакль, те, кто придут сегодня, посмотрят, я желаю, конечно, ярких эмоций, ну а всех остальных мы ждем уже в новом 64-м театральном сезоне. Ну а сейчас принимайте музыкальный подарок! Сегодня распахнуто окно, такого не помню я давно, большой сервиз достанет для гостей. Блестит начищенный паркет, люстры хрустальные дарят свет. Открывай ворота поскорей. К нам пришли живые люди, сложно волнение унять. Радуюсь, что кончится лето. Ведь впервые в этот вечер мы устроим. Что-то странное со мной. Все потому, что в этот вечер мне не быть одной. А вдруг придет тот самый, о котором я мечтаю. Надену я рыжий свой наряд, парчевые юбки зашуршат. Смелый на улице из камней пакет. Его разгляжу среди гостей. Это то.
столько детей. Мой самый лучший друг. Аплодисментами провожаем. Ну что, на этом все. Встречаемся в сентябре на других берегах в новом сезоне. До встречи!